Последние фигуранты громкого уголовного дела также отправятся в Москву. Решение об этапировании в столицу заместителя мэра Ярославля Дмитрия Донского и советника градоначальника Алексея Лопатина принял Следственный комитет России. Из СИЗО номер один в Москву обвиняемых отправят на следующей неделе. Правда, точная дата пока не определена. Эту информацию городскому телеканалу сегодня сообщили в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний. Два других фигуранта уголовного дела, Максим Пайкаланин и Андрей Захаров, которых в Москву этапировали в среду, сейчас находятся в следственном изоляторе «Матросская тишина». А вчера вечером Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении Евгения Рулашова от должности мэра Ярославля. Обвиняемые и его адвокаты с решением не согласны и планируют его обжаловать, ведь в законную силу оно еще не вступило.